Здравствуйте. И всегда я рад тому, что есть зрители в зале, да? Потому что мой зал находится там, где жизни вроде бы как бы и нет, да, на кладбище, на Даниловском кладбище. Но так как сегодня, то если бы я буду жить, или бы, если бы я здесь жил, я узнал о том, что Лев Николаевич Толстой в этом здании не жил. Да? Ну вот память о нем здесь хранится. Так вот, сегодня поэкспериментируем. Если бы он жил и смотрел сегодняшний концерт и был среди зрителей. Да? И начнем с песни «ЕБЖ».